Москва, завтра в финал.
третьем татами победу одержала Диана Радченко, Уральский федеральный округ. На третьем татами приглашаются Софья Калинина, Южный федеральный округ, и Яна Елканова, Северокавказский федеральный округ. Готовится на третьем татами Дарья Васильев, Васильевский федеральный округ, Евгений Череш, Центральный федеральный округ. На втором татами победу одержал Ибрагим Гаджи Сулейманов. Ибрагим Гаджи Сулейманов выходит в финал.